четверг в Самарской области облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Гроза +26, +28 днем. Ночью 21-23, выше 0. Ветер юго-восточный, восточный. Скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, дождь, гроза. Днем +28 градусов, ночью +22. Юго-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность и дождь. Днем +27, ночью +23 градуса. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. В Самаре облачно, небольшой дождь с грозой. +26 градусов в дневное время, ночью +22. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Малая геомагнитная буря. Температура воды в реке Волга 23-24 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.